Всем привет, дорогие друзья, с вами Кузака. И сегодня я вспомнил про одну очень замечательную миссию под названием «Защитник». В ней очень можно хорошо прокачать опыт и деньги. Но есть одно «но», оно открывается 70 уровня. Но я думаю, что уже у всех есть 70 уровень, и, в общем, можно прокачаться очень легко на ней. В общем, мы заходим в лобби и ищем себе напарника. Но если у вас есть друг, ну, то потому что за это будут давать больше денег и опыта. Так что вот. В своем случае я пригласил какого-то чувака, и он просто-напросто ко мне вошел, и мы сейчас начнем с ним эту миссию. Следом мы берем себе машину и едем до вертолета. Когда мы подъехали, мы можем выходить из машины и садиться в вертолет. Далее мы летим в аэропорт. Подлетели к аэропорту, мы забираем нашего пассажира, скорее всего, просто подлетаем сюда, чтобы он видел, что мы подлетели. И теперь самое главное, мы должны его как бы провожать и защищать его от темных самолетов, в общем, таких же вертолетов, как и мы. И это очень даже легко, потому что у нас самонаводящиеся ракеты, мы сможем с легкостью их всех разбомбить и на этой миссии, как бы сказать, и заканчивать. Здесь можно с легкостью эту миссию проходить на сложном, так как просто все легко, все просто очень легко. В общем, как мы видим, я взрываю первый вертолет. Это по правде все легко. И следом мы так все взрываем вертолеты. И на этом как бы наша миссия заканчивается. Как мы видим, сейчас мы уже подлетаем к аэропорту Тревора, и там еще один наш вертолет ожидает. Но если вас даже он подобьет, то ничего страшного, так как вы появитесь на земле, и недавно появились ракеты, которые, наверное, уже у всех есть, и они, в общем-то, открываются с нулевого уровня. А нулевой уровень — это начало игры, в общем-то, да. И вот как раз меня, как мы видим, убиваем, но ничего страшного, я просто сейчас возрождаюсь, и как бы одна жизнь же есть. Беру эти ракеты и подбиваю этот вертолет, и, в общем, да. И потом мы ожидаем, пока сам этот вот пассажир долетит до аэродрома, до аэропорта. Ну, как мы видим, даже одной ракеты ему хватит. Далее надо просто доехать до места назначения, куда приземлился пассажир, но это сделал мой напарник, чтобы миссия завершилась. И как мы видим, задание пройдено. Нам дают 15 GP, но это, как всегда, 19540 денег и 3500 опыта. Это довольно много за такую легкую миссию. Я думаю, что хорошо на ней апнуться, и, в общем-то, да. У меня на этом все. Надеюсь, что вам такие видео понравились. Если вам понравилось, то я буду продолжать в том же духе для вас снимать такие видео. Ну, а мне на этом точно все. Всем удачи, всем пока!